Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Я начинаю новый влог. Сегодня я с мальчишками хочу поехать в город. Им надо подстричься уже к 1 сентября. И хочу зайти в Фикс Прайс. Много мне девочек говорили там из посуды, много что интересно. Вообще у меня Фикс Прайс, девочки, ну такой. У меня он очень маленький, и я даже смотрела тут недавно обзоры. Ну, разные, просто набрала там обзор Фикс Прайс на Ютубе, и ну, у меня такого ассортимента никогда не бывало в Фикс Прайсе, вот. Надо в какой-то другой ездить мне, ну, в общем, который у меня здесь близко. Рядом с метро Беговая, кто в Санкт-Петербурге тут знает. Вот, надо какой-то другой мне найти и туда ездить, потому что у нас ассортимент очень-очень-очень маленький. В общем, поедем в Фикс Прайс, подстрижемся. Еще там пару дел. В общем, сегодня, сейчас на полдня уедем. Смотрите, я предыдущее видео снимала, ну, не снимала, как я делаю заготовки, да, как я нарезаю, вот как обычно, да, себя как бы со стороны, потому что я была в купальнике, была жара, просто я стояла и делала эти заготовки, и просто как в бане, как в сауне. У нас стало прохладно, 22 градуса. Солнышка нет, потому что Наташа сделала заготовки. Ну ладно, так всегда бывает. Я что сюда села? Все как обычно, девочки. Начало влога, оно как обычно. Я получила одну позицию с Вальберес. Хочу вам показать, потому что я хочу это сегодня отдать. Вот, поэтому съездила, получила. Потом, пока мальчишки мои собирались, быстренько, и вам покажу, и сегодня хочу отвезти. Это подарок для моего племяшки. Кто не знает, у меня есть старшая сестра. Она старше меня на 3,5 года, и у нее двое, тоже у меня двое сыновей, и у нее двое сыновей. Одному ее старшему сыну, то есть моему племяннику, 18 лет, а второму год и 5 месяцев. Вот. Старшего зовут Никита, а младшего зовут Петя. Вот. А для него у меня тут маленький подарочек. Вообще, у меня сестра... Ну, вы же знаете, игрушки. Я все отдавала. Вот вещи от своих деток все отдавала. И она мне постоянно говорит, что им ничего не надо. Но я не удержалась. Тем более, помните, я вам говорила о том, что я очень жду турецкие товары на российском рынке, на нашем. Вот. Ну, если не себе, так хотя бы племяшки, знаете, вот это вот заказала, ну я же племяннику, он же маленький у меня, я заказала вот такую вот классную мисочку, смотрите какая, вообще здесь разные цвета, вот, ну я взяла нейтрально, чтобы, то есть цвет можно подобрать под просто под ваше настроение, а можно подобрать под интерьер, здесь разные, вот видите, разные цвета, я вам ссылочку оставлю. Она прям такая увесистая. Я ее сейчас открою, вам покажу, потому что я знаю, что меня смотрят тоже девочки с маленькими детками. Это турецкий бренд, называется Миникайой. Вот так вот правильное произношение этого бренда. Сделано в Турции, сделано из специального силикона, который можно разогревать в микроволновке, можно мыть в посудомойке. Срок службы данной мисочки 5 лет. Представляете? Сейчас давайте я открою аккуратненько, да? Получится. И хочу просто сама даже посмотреть. Но я в подарок своей сестренке, поэтому, ну как, не сестренке, а своему племяшке, поэтому можно и открыть. Вот. Но она тем более знает, я ей говорила, что я хочу мисочку ему заказать. Я говорю, смотри, какие миленькие, видите, медвежонка. Она говорит, ну хорошо. Тем более очень удобно. Знаете, почему еще я заказала вот эту мисочку? Аккуратненько открыть у меня не получилось, конечно же. Смотрите. Ну, посмотрите, какая прелесть, девочки. Ну, это же прелесть. Здесь есть присоска. Вот это вот очень важно, потому что, ну, как все дети. Мои тоже все скидывали вечно. А так можно к столу, к столику вот этому, да, на которой, стульчику, на котором кушают. И здесь такой очень, то есть, во-первых, ничем не пахнет. Нет никакого запаха. Здесь очень такой плотный силикон. Можно разогревать в микроволновке, как я уже сказала. И
Здесь он тоже полностью силиконовый, полностью безопасный. Еще есть ложечки. То есть, например, можно на подарок ложку и мисочку. Но сестра сейчас часто ездит в город и на дачу. В город и на дачу. И вот можно что-то с собой ему. Да, положил сюда крышечкой. Крышка закрывается плотно. Крышечкой вот так вот закрыл. Смотрите, как плотно закрывается, да? Поставил в микроволновку, разогрел и дал покушать самостоятельно, да, чтобы он, ну, он уже начинает пытаться, ну, как не пытаться, он уже самостоятельно, можно сказать, практически ест. Сестра только подмогает у меня. Вот, так что вот такая вот, девочки, ну, прелесть, смотрите, какая. Вот, можно мыть посудомойки, можно хорошенько. Слушайте, ну, крышка прям плотно закрывается. Я думаю, что даже ничего не прольется. В общем, вот такая вот турецкая. Ну, Турция хорошо делает, хорошие товары делает, это не какое-то вам... И вот разные цвета, видите, то есть можно было вот такого цвета, я бы такого заказала, но... Ну, нужно, чтобы тоже под интерьер подходило, да? Есть еще и коричневые, то есть разные-разные, и розовенькие, и разные-разные цвета, голубенькие, вот. Ну, в общем, я заказала вот такую прелесть серенькую. У них есть и ложки, и такие соски, и много, ну, в общем, посуда хорошая, качественная. Девочки, у кого маленькие детки, или также на подарок, например, я знаю, что у меня, смотрю, девочки, у которых есть уже внучата даже, вот, на подарок, ну, то есть можно мисочку, еще что-то, да, вот такое вот подарить. Она очень удобна вот такая, что есть крышечка, даже что-то вот вы приготовили, поставили в холодильник, потом достали, разогрели, и ребенок покушал. То есть можно же пользоваться не только когда совсем маленький, но уже и здесь вот такая липучка. В общем, супер. Моему племяшке, ну, племяшке можно заказать. Так что вот такой вот еще получила заказ с Вайберес. Ну, у меня можно заказать, кстати, и на Озон. Я вам ссылку оставлю, обязательно переходите, смотрите. Ну, а мы сейчас поедем в Фикс Прайс, и потом... Я вам покажу покупки. Наверное, там я не поснимаю, потому что я еду со своими мальчишками. Так что вот так. Так, ну что, приехали мы домой. Давайте покажу покупки в магазине Fix Price. Хотела посмотреть посуду я. Но, я не знаю, мне часто пишут, вот Наталья в Fix Price, вот Наталья в Fix Price. Ну, видимо, Fix Price, Fix Price у рознь, я бы так сказала. Потому что там, где я была, ну, вообще... Ну, вообще практически ничего нет интересного такого, да, чтобы мне понравилось. Ну, да ладно. Опять же, порошки белорусские и кондиционеры белорусские мне говорили, что есть в фикс прайсе вот этот порошок Мара и Чайка. Нету в моем фикс прайсе, поэтому буду заказывать на Вайлдберриз. Ну, да ладно. Давайте начнем с бытового, да. Туалетную бумагу взяла, вот такую, не знаю. Ну, в общем... Девочки, чек мне не дали. Вот, не знаю, ну, сказали там, типа, на электронную почту придет. На электронную почту он до меня так до сих пор не добрался. И в приложении тоже ничего не обновилось. Ну, вот это приложение Fix Price. Ну, в общем, взяла салфетки. В общем, так, не информативно, без цен, да. Вот такой кондиционер взяла попробовать. Я хотела в бутылке, но что-то тяжело было тащить. Мы далеко машину поставили с мальчишками. В общем, не знаю, вот что это за производство? Это Россия. А белорусских там нет ничего, девочки. Ну, по крайней мере, вот в моем. Также я взяла вот такой шампунь своим мужчинам. Не знаю, понравится, не понравится. В общем, попробуют они, да. Они у меня, в принципе, вообще любыми моются. Ну, старший сын и... Да и младший тоже, на самом деле. Вот такой вот шампунчик. Не знаю, пойдет им. Так. Ополаскиватель вот такой взяла для полости рта. Мыло. Мы пользуемся и жидким, и кусковым, поэтому взяла в этот раз кусковое. Взяла себе вот такой дезодорант. Хотела, кстати, и мужские дезодоранты посмотреть, но что-то не нашла. Нашла только женский. Ну, ладно. Также взяла обновить две мочалочки. Это как раз моим мальчишкам тоже. Вот. Зубную пасту вот такую сплат. Но мне кажется, сплат, зубная паста дешевле в ленте, чем в фикс прайсе, я могу ошибаться. И три зубные щеточки, это моим мужчинам, правда, одна из них фиолетовая, но ничего страшного, мужу фиолетовая, наверное, достанется обновить у меня, потому что пока еще есть свои зубные щетки. Так, купила вот такую овощечистку, наверное, должна быть очень удобная, потому что у меня
овощечистки все поломались, все уже в негодность пришли, поэтому взяла такую овощечистку и взяла вот такие вот, ой, как эти, щипцы. Кухонные мне понравилось, что вот здесь вот они просиликоновые, но бывает иногда нужны мне вот что-то перевернуть. В общем, ладно, взяла это. Так, из бытовой, из товаров для школы, там особо тоже ничего интересного нет. По крайней мере, вот в моем фикс-прайсе, не знаю, может, не подвезли, может, уже раскупили, я не знаю. Ну, в общем, я взяла гуашь, только 6 цветов была, хотя я знаю, что вроде бы им надо больше. Но все равно взяла, на всякий случай пригодится, в конце концов. Он у меня еще младший сын дома рисует пластилин. Это младшему сыну к школе, он у меня пойдет в первый класс. Здесь еще мои батарейки взяли пальчиковые. Акварель вот такую взяла, 24 цвета, хотя им, по-моему, 16 или 12 цветов нужно. Это мои взяли, здесь они у меня рисуют, точнее, младшие у меня рисуют. Набор мелков вот таких для рисования, 15 штук. У нас уже был, кстати, такой набор прикольный. Ну и здесь немножко... А, еще они у меня взяли по две вот такие какие-то игрушки. Это какие-то скейты. Еще они у меня уже утащили, ну, каждому по набору. Также жевательный мармелад. И вот такие, кстати, вот эти трубочки, они очень вкусные. Вот такие с сгущенным молоком. Вот, это мы брали в машину попить. Кстати, очень вкусно вот этот фреш-бар с киви. Вот и все мои покупки в фикс-прайсе. Сейчас еще, конечно же, я зашла в мясную лавку. Тоже покажу вам, что купила. Конечно, я еще зашла, купила виноград. Сейчас же сезон винограда, да? Правильно я... Или, не прав... Или я не права. В общем, вот это я купила себе виноград, потому что мои мужчины не едят виноград с косточками. Поэтому я им взяла вот такой киш-миш, а себе вот такой. Это дамские пальчики, а это, я не помню, как они называются. Девочки, цены тоже не помню, честное слово. Вот это вот мне дали на сдачу. Несколько штук, чтобы мелочи не было. Но они, правда, такие, что это, нектаринки маленькие, они такие уже... Вяленький немножко. Так, девочкам своим. Во-первых, я взяла девочкам, я имею в виду собачкам. Косточки я им уже отдала. Я вам покажу. Взяла еще им желудки индейки, они по 400 рублей, нет, по 300, ну, короче, в районе 400, 390, по-моему, рублей за килограмм. Это я собакам даю, здесь 2 килограмма я разделю на 2, ну, на несколько приемов пищи, короче. Я им даю не чистые желудки, а бывает там желудки и, там, допустим, мяско или немножко фаршика, то есть такую смесь делаю, или, допустим, вот какие-нибудь обрезки от куриные грудки, ну, что-то такое, в общем. Здесь у меня 2 куриные грудки, не помню тоже, девочки, о чем, не информативно. Вот. Купила вот такую колбаску, кстати, она очень вкусная, она называется сальчичони, по-моему, так правильно, я могу ошибаться. Она стоила 980, была акция на нее, 980 рублей за килограмм, по-моему, что-то в этом духе. Значит, вот такую ветчинку с пряными травами, по-моему, бекон с пряными травами как-то, или ветчина с пряными травами как-то так называлась. Она стоила 520 рублей за килограмм. Я вот немного купила. Купила фарш. Здесь у меня домашний фарш. Он стоил 390 рублей за килограмм. И купатые свинины. Вот моему мужу очень нравятся купатые свинины. Мне нравится из баранины, но мужу не нравится из баранины вообще ни в какую, поэтому я купила здесь, у меня 6 штучек, но я, в принципе, для него покупала, поэтому и свинины. Еще мне нравится купаты из индейки, но из индейки не было, были только баранина, курица и вот свинина, поэтому из говядины еще вкусные, но
из говядины не было, из индейки тоже не было. Поэтому взяла ему из свинины. Ну, и свинины, они тоже очень вкусненькие такие. Так, так что вот такие вот у меня еще. Правда, виноград все-таки, она мне вот... Я там выбирала. В итоге она мне все равно, видите, такое вот дала. Не очень. Ну, ладно, я его сейчас лопаю весь. Вот, так что... Так что вот такие вот у меня были покупки. Все у меня нагрызлись. Отдыхают, разошлись. И да, кости я покупаю вот такие большие для своих собак, даже для маленькой. Ну, для Боны нормально, а для Джуси, конечно, слишком большая косточка. Вот, но когда даю кости, вот сейчас я дала кость, и я их уже ужином не кормлю, девчонок своих. То есть они, у них обед и ужин получается, такой поздний обед и ужин получается в виде костей. Вот. Но они такие прям мясные, ну, там и мясо, и жилы такие, в общем, они обгрызают все это дело. Вот, котам дала фарш, сейчас пожарю котлеты, как всегда, у меня муж любит котлеты, так что ничего такого нового не готовлю. В общем, на сегодня буду уже с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую, до новых встреч!